На фоне продолжающегося падения нефтяных котировок сегодня заметно пошел вниз и курс рубля. На московской бирже впервые с декабря 2014 года за доллар давали больше 75 рублей. Евро при этом преодолел отметку 80 рублей. На лондонской бирже баррель нефти марки Brent сегодня потерял в цене 4,5%. За него дают в долларах всего 34,80. Так низко нефть не опускалась с лета 2004-го. В ходе торгов в Москве доллар и евро к этой минуте немного отступили. Промежуточные значения сейчас таковы. Доллар 74,37, это почти на 1,5 рубля выше курсов ЦБ, установленных на эти выходные. Евро 80,01.